цена халвы. Насреддин отправился с мальчиком в лавку продавца сладостей, набрал халвы и отдал мальчику, чтобы тот отнес домой, а сам стал рассматривать в лавке всякие товары. Когда мальчик отошел уже достаточно далеко от лавки, Насреддин спросил лавочника: «Если кто-нибудь возьмет у тебя халвы, но у него не окажется денег, что ты станешь делать?» «Дам ему затрещину», — ответил хозяин лавки, — «и выгоню за шей». «Так не мешкай, дай мне эту затрещину», — говорит Насреддин. Лавочник влепил ему затрещину и собрался было выгнать его прочь. Но Насреддин воскликнул: «Если ты отпускаешь по этой цене, то я возьму еще немного халвы».